Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также гости моей странички в Facebook, где продаются все монетки. Монетки у нас уже сегодня не монеты, сегодня у нас уже боны, которые представлены на продажу. Здесь у нас разные страны. Вот, и Россия, и Шри-Ланка, и Индия, Египет, и Югославия. Ну, все сейчас все с вами вместе посмотрим, что же у нас тут есть за боны. Так, ну и что ж, начнем наше видео. У нас первые боны — это 100 рублей Россия. Вот, 93-й год. Боны в хорошем состоянии. И у кого нету в коллекции, можно себе боны натуральные, можно себе заказать. Стоимость и номер такой 940 670. Так, государственный билет Банк России, такая вот 100 рублевочка в идеальном состоянии. Кому нужно в коллекцию, можете себе заказать. Очень, я думаю, кому-то будет интересно. Ссылочка в описании, заходим в Facebook, в группе будет выставлено. Следующая наша бона — это у нас Югославия, 50 тысяч динар. Вот, 92-й год, такая у нас бона с мальчиком. Народный банк Югославия, 50 тысяч. Вот здесь такие у нас красивые розы. Видно, что изгибалось, ну так. В принципе, такая вот у нас красивая бона. Ссылочка в описании, можно будет зайти себе заказать. Следующая наша бона, тоже Югославия, уже 5000 динаров. Вот такая вот у нас бона. Ну, такая уже, видно, что было в обиходе, следы обихода. Так, что у нас там по году? У нас 85-й год. Вот. У нас другая сторона боны, довольно-таки интересненькая, прикольненькая. Кому интересно, ссылочка в описании, переходим в Facebook и заказываем. 5000 динар. Следующая наша бона Югославия, это у нас 500 динар. Такая вот и бона. Вот интересненькая. Видно водяной знак. Бон уже это в более лучшем состоянии, чем остальные. Погода у нас 90. Здесь у нас изображены такие вот горы. Красивая. Югославская, 500 динар. Такая вот интересная бона. Следующая наша бона — это у нас Югославия, 100 динар. Вот. Уже на обзоре, в принципе, у нас была. Год у нас там 86-й. Вот такая вот у нас Народный банк Югославия. 100 динар. Такая вот бона. Можно будет заказать. Вот. У меня в группе. Себе в коллекцию. Следующая наша бона — это у нас уже 1000 динар Югославия, год 1981, тоже такая вот красивая, симпатичная бона. Вот монетка, бона с обихода, видно, что такая трошки помятая. Вот у нас боны на обзорчике. Что у нас водяной знак, как будет видно, есть. Есть видно водяные знаки. Так, следующая наша бона уже такая более пошарпана. Это у нас 2 рупия, Индия. Бона относительно в таком же шатаном состоянии. Тигром 2 рупия, вот 2 рупия, всякие иероглифы, ну, в принципе, акцентировать на ней сильно не будем.
Он, как сами видите, вшатанный. Ну, кому-то в коллекцию можете себе положить. Следующая наша бона. Это у нас 10 рупий Индия. Уже более современные. Вот. Бона более в лучшем состоянии. Края не загнуты. Бона, конечно, посерединке загибалась. Видно. Ну, так она в состоянии. Вот у нас 2015. То есть свежая бона. В отличном, как говорится, состоянии. Можно будет положить себе в коллекцию. Думаю, будет очень интересно. Так, следующая наша бона. Это у нас Индия. 1 рупиес. Вот такая вот бона. Вот видно водяной знак. Просвечивается. Вот такая вот интересная у нас бона. Ссылочка в описании, в фейсбуке, заходим себе, заказываем. Следующая наша бона, это у нас 100 реалов, Иран, год 1985, такая бона. Central Bank of the Islam, Республика of Iran. Такая вот у нас бона. Вот этого, в принципе, не должно быть на боне, но что-то стоит. Довольно-таки интересно, я думаю. Кто там специалистов может разобраться, что же это такое у нас. Следующая у нас бона, это тоже 200 реалов, Иран. Без всяких уже отметок. Вот все в оригинале уже. Вот, здесь у нас такие вот красивые изображения. 200 реал. Islamic Republic of Iran, банк Маркази Иран. Какая-то симпатичная бона. Кому интересно, ссылочка в описании. Заходим и заказываем. Следующая у нас уже вьетнамская бона. Это у нас 500 донг, 1988 год. Такая вот бона. Нам Трам Донг, наверное. Может, неправильно читаю. Здесь такая другая сторона, такая вот красивая, изображен порт, корабли грузятся, вот, Вьетнам, такая вот у нас 500 донг. Следующая наша бона, это у нас 200 рупий, Шри-Ланка, 2010 год, такая вот прекрасная, красивенькая боночка, вот, 01.01.2010 год. Здесь у нас сова, здесь у нас бабочка. Такая вот красивая бона, правда, трошки вшатанная. Ну, центр банка у Шри-Ланка. Я думаю, кому-то положить коллекцию любительскую пойдет. Следующая наша бона, это у нас 1 фунт египетская. Неправильно она мне здесь лежит. Вот. Такая вот египетская бона, 1 фунт. Год тут, конечно, уже понять очень тяжело. Тут надо эти иероглифы изучать. Я их не изучал. Не могу ничего. 1 pound. Какая прекрасная, интересненькая бона. Иероглифами египетскими. Вот. С египетскими мотивами, красивая, прекрасная бона. Ну и так, последняя на сегодня бона, это у нас Италия, 100 лир, вот, ой, не 100 лир, 1000 лир, вот. Бона уже, конечно, такая потрепанная, сейчас найдем, где тут у нас по годам, где-то у нас сбоку должно быть, вот такая вот бона, оригинал. Здесь у нас банк Италия Лир Нила. Вот год у нас 1969. Так, на этом будем заканчивать видео. Наша последняя бона. Здесь оно, видите, понарудовато. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписываемся. Всем пока.